Демография в деле. Речь о нацпроекте, в рамках которого в Краснодаре начались работы по строительству нового детского сада. Дошкольные учреждения возведут в жилом массиве по улице Калинина 350/12. Работы начались сегодня. Глава города Евгений Первушов побывал на стройплощадке и поручил привести ее в порядок согласно требованиям безопасности. Ставите заборное ограждение, вешаете паспорт объекта, вот не на этих столбиках, а как положено, непосредственно на самом объекте. Александр Иванович, ну вы тоже, как глава округа, должны это все видеть. Евгений Алексеевич, ну граждан, да, предупредили, еще вчера и позавчера разъяснения дали о том, что здесь это будет невысоко, потому что начались... Слушайте, вот когда хорошее дело делается еще и с правильным подходом и правильной организацией, да, тогда вообще проблем не будет. Стройка только-только началась, а жители микрорайона, среди которых и много семей с малышами, уже не могут скрыть радости от происходящего. Это же хорошо. Побольше детских садов, побольше условий для детей. Да, Коля? Да? Пойдешь в садик? Это очень хорошо. У нас же здесь рядышком есть еще один садик. Вот. Но если будет еще рядом, ну еще лучше будет, в принципе. Я за, я руками и ногами за то, чтобы он был. Потому что детей много. Представляете, что там в садике у меня внук ходит. Садик, вот рядом садик. 30 человек в группе. Должно быть хотя бы минимум 18. Ну до 20 это и так много. Ну 15. И школа бы была интересная. И школа бы хорошо была. Пока на участке идут подготовительные работы, построить двухэтажное здание планируют примерно за 12 месяцев. Срок окончания строительства – конец 2020 года.